standing on the open shore in a world of disarray, 'cause the chaos is a warm embrace. As the fire hits my body and my conscience is consumed, nothing left of me but you. Мистер Кроев. Блять, еще и наушники, блин, Господи, вы не представляете. Это жесть, как я сейчас мучился. Я уже ставил. Еще спрашивается, а в чем ты. Вот кто играет в эту игру, только спрашивает, а че тут мучиться? Это же изи один. Мучился я в другом смысле. Я сейчас сидю. И вот из-за того, что я сейчас хотел замонтажировать там. Я и так сейчас буду монтажом, я начал заниматься, типа, склеить, обрезать, там надо было обрезать. Я случайно удалил это видео, остальное все я переснимал, еще раз, и в итоге вот вы сейчас, вот сейчас у меня вышло, и сейчас и все прекрасно. Поэтому поставьте хотя бы 5 лайков, наберите, чтобы следующая серия вышла. И вот не знаю, кстати, вот, я все-таки не могу понять, все-таки, не кидают ли все-таки страйки. Да, я такой тупой. Все-таки мне друг говорил, но все равно я настырил, мне все-таки страшно. Да, после того, как я получил один страйк из-за авторских прав, как бы страшновато. Если что, на удаленном ролике я открывал капс, поэтому, ну, не увидите, что там. Если что, там, я просто скажу, там выпало вот это. Блять, там был скипнул. Вот это. Скин на Робохеда, Мастер Миллион. Аркад называется. И еще на этого дурачка. На Бобо мне выпали... А как? Опыт, XP, experience. Ладно, дайте ему сейчас нормальный скин поставлю. Нормальный же. Каждый по-своему стоит. Так, мне осталось... На кого мне? Вот на Нору надо выбить скин. Ладно. Давайте 5 лайков за всю серию. Я хоть и рискую, но пока не рискнешь, не сдохнешь. Что за ирония? Ну, это сейчас... У меня тоже, кстати...
если что, прям вот максимально, вот сейчас кто вот сейчас вот этот момент слушает, я говорю, что я не тренируюсь на этих уровнях, мне вообще срать хотел на них. Я играю в ту, в те уровни, которые мне нравятся. То есть я тут сижу там, прохожу уровень, как он там, как он? Давайте я вам просто покажу наглядно, какие уровни играю на данный момент. Просто херачусь в них часами. Пытаюсь, тренируюсь. Во-первых, я Айви выбираю. Нет, понятно. Я уже спалился, какой уровень последний раз играл. Я играл хард. Нифига ничего не получилось. Вот, В. Я не могу его на мастер миллион пройти. Это не ван. Это ж кто его? Люди вот это проходят такое. Я такой говорю. А как это можно пройти? Я, блин, шестерку не могу пройти. Они 15. Они хаус 15 проходят просто так. Там комбо 1000 и. Ну это. И там быстро пальцы надо перебирать, поэтому это. Так сказать. Как говорится, лучше я помолчу. Ну, и сегодня играл еще на... Ну, на Робохеде не помню, вот точно. Я играл еще на ПАВ. Ну, точно не те уровни, которые я прохожу. Так что, в основном я не тренируюсь. Ну, на тех уровнях, поэтому... Я не жульничаю. Зачем мне на них тренироваться, лол? Это изи. Изи и так как палец ломать просто. Я их ломаю, как орешки. Ладно, все объяснения я объяснил. Хотя, вроде никто... У меня нет... Хейтер что говорит, ой, хули, ты там, блин, ты там тренируешься по 50 часов на одном уровне, на этих уровнях, вообще, и вот просто чисто проходишь их на изи. Просто я играю 2 месяца и херачусь в эту игру, как не знаю кто, поэтому я сейчас и чисто хард, я играю в изи харды, ну харды могу проходить, изи могу на мастер миллион пройти, хаосом мне не дают, не могу, вот ни один хаос еще не встал перед моими коленями. Если в инфу смотреть, 57 мастер миллионов, там всего там мой счет это. Вот, если что, миллион мастер, хаос 0, глич 0. То есть получается легких 56, а нет, сколько, блять, 50. Хард сложных 7, хаос, да, 0 и ошибка, и сбой 0. Вроде сбой, да, я первый. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. И пишите комментарии. Я должен что-то пролайкать и почитать. И ответить. Потому что, ну, у меня не много подписчиков, чтобы я, ну, типа там, какие-то определенные лайкал. Поэтому я лайкаю все, пишу ответы. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.